Еще одну хочу технику дать классную – затуманивание. Это такой ответ без ответа. Вы благодаря этой технике становитесь для манипулятора абсолютно неуязвим. Ну, в принципе, все, что я даю, я даю это для вашей неуязвимости. Да? Вот затуманивание, фогинг еще называется, да? Это вот, допустим, говорит вам вот это вот знакомая, говорит, ой, что-то ты поправилась, дорогая, да? Вот. А вы отвечаете, правильно, быть в хорошей форме – это супер. То есть вы вроде как ответили, в то же время вы совершенно не ответили на ее послание. Да? То есть ваше право слышать послание партнера по коммуникации так, как вам хочется его услышать. Да? Или, допустим, слушай, как приятно слышать замечание по делу. Да? Услышали просто, что она что-то такое сказала, и, наверное, по делу. Да? И не услышали, вот, и она стоит. То ли вы издеваетесь, то ли вы действительно так вот, как бы, да, вот реагируете интересно.